Всем привет, с вами Жора. Не знаю, как звук здесь. Короче, я опаздываю на тренировку. Через 10 минут будет тренировка по боксу. Сейчас идем в машину и поедем. Поснимаем вам чуть-чуть. Кто скучал, всем привет. Кто не скучал, тоже привет. Давно YouTube не снимали, неудобно как-то. Все хочется начать. Все никак. Короче, пробуем. Как выехать отсюда? Как отсюда выехать? А, легко. Короче, у меня есть пульт от всех шлагбаумов. Это круто. Открываем. Оп. Тормоза не сработали почему-то. Открываем второй. Полетели. Сейчас музычку погромче. И полетели. Кто какое радио слушает? О, блядь. Ноль мата. А, ну да, пип должно быть. Пока еду. Может, кому интересно, не знаю, как у меня дела. Дела хорошо. Всем привет из России, кто смотрел. Последний у меня видос был, как машина сгорела. Уже все хорошо, с машиной все решили. Кто это сделал, неизвестно. Но с машиной все нормально, но решили. Дела у меня хорошо, я работаю тренером. Сам тренируюсь два раза в день. Готовлюсь потихонечку. Скоро буду просто всех уничтожать. Тяжи, готовьтесь. Будет очень больно. Короче, 5 минут, 4 минуты до тренировки осталось, а ехать мне еще 15 минут. Мы приехали. Смотри на мои носки. Если нравятся мои носки, ставьте лайки. Я сейчас буду разминаться. Ногу растягивать, буду растягивать. Разогреть надо. Помните, у меня травма была? Все приходит в норму. У меня теперь правая нога лучше, чем левая. А то комментарии мне там писали, что больная нога. Эта нога лучше, чем эта теперь. Новее, там новая связка. Тренер. Охрененный тренер вот он. Вот. Полчаса еще разминаться. Пойду с ними попрыгаю вместе. Камера делает дело. Сразу будет скорее подумаешься. Не отмазывайся, давай брыг. Сейчас одену. Сейчас одену. Сейчас одену броню. И меня никто не пробьет. Больше мне ничего не надо. А он не вырубится. Yeah.
Через минуту буду вот с этим большим стоять. Весит 108 килограмм. Мешок. Да нет, молодец. Смотрим, что он делает. Давай, 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 пошел, не стоять. Не стоять, не стоять. Опа! Ты типа тренер? Нет, типа просто бодрюет. Как у мяса было. Не будет мяса. Ой, хорош. Thank you.
бы не самый эффективный удар, надо очень жестко и очень точно попасть. А в третьем ты начал пробивать уже локтей, солнце периодически обеспечить, у меня, короче, начала теряться защита. То есть голова начала уходить. Так что, ну, тебе как бы твой вес и рост, конечно, надо. Ну, основной упор сделать на корпус. И в корпус голова сама пойдет. Танец живота. Я весь вытек. Литра три вылилось. Водки. Что там? Капает с тебя. Чтобы брызги не летели, а то неприятно, когда от кого-то отлетает, прикинь, в лицо прям. Бьешь, отлетает. Поэтому надо новые футболки. Страшные, блядь, боксерчики маленькие. Они не знают, с кем связаться. Смотрите перчатку. С вами Жора. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Тряси жопой. Ну что, опять мы выезжаем. Едем мы
Я уже в кофте. Опа, главное не врезаться никуда. Так. Едем мы на Будипам. Чуть не врезался в стену. Буду гонять людей. Сегодня народу немного, наверное, человека 4, будет 5-6. 10-15. Да не, мало людей будет. Не знаю, август, конец лета, люди бухают. Не знаю, может, хотят отдохнуть. А потом, они бухают. Ну, пусть бухают там. Я не знаю, что они делают. Каждый делает то, что он хочет делать. Каждый делает то, что делает. Чтобы делать, надо делать. Чтобы бить, надо. Поэтому делайте. Блин. Как красиво. Да. Красота. Ага. Только на камере этого не видно. Камера умеет солнце снимать. Тебя, что ли? Ага. Я солнышко. Я солнышко, я пупсик. Слушайте звук. У нас Будипам за домом. Пройти 100 метров. Поэтому мы едем на машине. Нам в папу сумку нести. Зачем нам сумка? Чтобы Миху потренить. Лапы там. Лёхина. Коврики там все дела. Опа! Кто это? Здорово. Привет. Ну что, ты готов тренироваться? Готов тренироваться? Да. Перчатки взял? Да. Сейчас потренируемся и в конце будем лапы бить. Все. Что интересного? Что интересного в садике? А? Камера стесняется. Ты тоже? Да я думаю, все стесняются камеры. Камера включается, сразу человек меняется. Только не я. Ну что, поехали? Мих, у нее все нормально? Нет? Давай. Ты что, летчик, что ли? Нет. Меня видно хоть? Да. Фонарь-то светит. Так, ну что, это Будипам закончили. Все уже ушли. Уже на улице темно. Снимать я не стал. Потому что не все любят камеру. Вот. Что, заканчивать будем? Да? Пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь в Инстаграм. Подписывайтесь везде на соцсети. Все ссылки снизу. Кстати, смотрите обязательно Инстаграм мой, там сторизы, если кому интересно. Я показываю, как я худею, как Лолита худеет. Как мы занимаемся, чем мы кушаем и так далее. Пишите. Звоните. Звоните. Куда? Ладно, все. Всем пока. Будем снимать еще видосики. Пока вот такое видео получилось. Не нравится — ставьте дизлайки. Нравится — ставьте лайки.